В Лаосе разбился самолет с высшим военным руководством страны. На борту находились 18 человек, в том числе министры обороны и общественной безопасности с супругами, мэр столицы, а также другие представители власти Лаоса. Они направлялись на военный парад и не долетели всего 4 километра до посадочной полосы. По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли 15 человек. Трое чудом остались живы. Из-за чего произошло крушение, пока неизвестно. По некоторым данным, разбившийся самолет был построен на Харьковском авиазаводе и был практически новым. В 2009 году его приобрели для перемещения по стране VIP-персон.